С навечерием Богоявления, с праздником. Итак, сегодня 12 апреля 2015 года. Шутка. Сегодня 18 января. Ну, на велике ездить в самый раз, я думаю, еще немножко подтает. Плещут холодные волны, бьются о берег морской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской. Видите, видите, да? Весна пришла. Натурально. Кстати, если кто объяснит, что это за штуки, я буду очень признателен. Да, лежит снег, но он практически растаял. И смотрите, солнце светит. И вообще, я думаю, в этом году будет две весны. Вот здесь обычно сидит всякое быдло. Вот даже костер жгут. Хотя это часть спортивной площадки. Почему бы не прийти и не посидеть? Ну, сжечь костер. Это уже переборчик. Да, все-таки как прекрасна жизнь. Не могу поверить, что когда-то я хотел от нее избавиться. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. На маленьком плоту. Что это такое? Вот реально. Просто что это? Кто со мной отправится на этом в плавание? Признавайтесь. Места немного, поэтому надо торопиться. Я вообще не хочу идти домой. Там нужно писать сценарий к диким аккордеонам. Нужно делать монтаж в руках дикаря. Нужно еще заснять потом дикие аккордеоны. Ну, в общем, там дел просто полно. А я тут разгуливаю. На самом деле, все-таки очень неплохой вариант для видеоблогеров, там всяких фрилансеров. Проснулся, поработал, потом пошел гулять. Часов в 12 желательно. Ну, не позже. Ну, в час еще можно, куда ни шло. Хотя лучше в 12. А потом пришел и снова работать. Потом можно еще перерыв сделать, там на турник сходить или в зал, у кого какие предпочтения. Мне кажется, это очень даже круто, потому что хоть день увидишь, а то как работник казино. Ничего не видишь, только ночи все. Так что гуляйте, гуляйте, господа, пока есть такая возможность. По поводу раскрутки скажу пару слов. Я уже заикался, или зарекался, насчет того, что надо бы раскручиваться и все такое. Я вот сейчас понимаю, конечно, что совершенно нет на это времени, вот реально. То есть столько всего нужно сделать другого, потому что сейчас вот в среду нужно сделать видео для канала «Дяди Коли». Канал «Полумрак» вообще просто, там такой уже застой. Самое интересное, что я написал письма некоторым товарищам по поводу раскрутки, там совместной записи и прочее. Я хочу сказать, что никто не ответил. Пока что, по крайней мере, но мне кажется, что и не ответят. И это все-таки не очень хорошая новость, потому что если они не могут найти, заткнись, если они не могут найти время на то, чтобы ответить на коммерческое сообщение, то я даже не знаю, сколько у них стоит все это дело. Хотя один прескурант я снова нашел, уже обновленный.
Не буду говорить, чей, но могу сказать только, что с этим человеком я запишу совместный, да хватит орать, совместный трек будет на канале «Дядя Коля». И вообще я заметил, ну, может быть, мне кажется, конечно, но как-то музыку как-то попроще распиарить. Вот как это ни странно, вы знаете, вот попроще как-то. Потому что полно музыкальных пабликов и ВКонтакте, и где угодно. И опять-таки вот совместную песню записал, и все, и понятно. Вот совместная песня, ты пишешь песни, просто попросил человека спеть там припев, например. И все понятно. Кстати, по поводу совместной записи еще будет обязательно. Это я уже договорился, поэтому могу сказать. Но там было все проще. Это Серж Зарубин. Он, ну, музыкант на самом деле. Из города Озерска. Это в Челябинской области. Очень хороший, позитивный парень. И мы с ним уже договорились. Единственное, что я сейчас торможу, ну, на самом деле по объективным причинам, потому что не могу дописать. Там вообще две строчки осталось, вот серьезно. У одного куплета последняя строчка, и у другого, по-моему, как-то так. Ну, тоже и некогда, опять-таки, этим заниматься. Но, в всяком случае, я уже договорился, он дал согласие. Запишем, и будет это такой ремикс, как, я думаю, вы прекрасно знаете, нашумевший трек «Хочешь похудеть, перестань жрать». Вот это будет из этого же разряда. Ну вот и, пожалуй, все. 3 минуты я вам об этом рассказываю. Я думаю, что надо закругляться. Надеюсь, сегодня смогу выложить вот эту запись тоже. Всем всего хорошего. До скорой связи. Да, еще такой маленький совет. Вот вы идете гулять на природу. Не надо слушать музыку. Не нужно это совершенно. Я понимаю, что сейчас это очень странно звучит, потому что я сам иду в наушниках, но я объясню, почему я в наушниках. Потому что вот здесь вот, смотрите, вот это вот микрофончик, и я в него говорю. И лучше всего, когда наушники все-таки надеты. Поэтому он как раз где-то так недалеко возле речевого аппарата болтается. В противном случае просто будет плохо слышно. Вот и все. Тем более у меня чехол, на который я сделаю обзор обязательно. Так что надо отдыхать. Знаете, вот идете отдыхать на природу, допустим, да, или просто в лес погулять. Но отдыхайте по полной программе. Пускай ваши уши тоже отдохнут, а не только глаза. Я не знаю, слышали вы этот звук или нет, но, короче, там... Вода ушла. Я же говорил, что ее обычно тут все-таки нету. Пойду покажу дерево, на котором мы сидели. Ну, точнее, там сидел только один человек. А мы просто... Я играл там на стуле. Мне принесли специально стул. Вообще столько уважения к музыканту. Это прекрасно. Вот времена меняются, а отношение к музыкантам остается таким, что его нельзя трогать. Даже если началась драка, музыканта никто не бьет. Он просто продолжает играть. Вот это или следующее? Странно, либо так все изменилось, либо я что-то не понимаю. Не знаю, не знаю, наверное... Да не, не. Где-то это здесь было, получается. По-моему, да, вот это вот оно место. Будем тут сидеть летом, обязательно засниму. Так что запоминайте. Ха-ха. Всех с праздником Крещения Господня. Нет, я не буду нырять. Хотя я мог бы, потому что каждый день обливаюсь холодной водой. Делаю несколько кругов. И вчера я сделал больше кругов. Больше, чем 3. Ну, по-моему, где-то 5 все-таки сделал. И, если честно, голова закружилась. А сюда нырнуть я тоже мог бы, но как-то слишком много заморочек. Надо машину подгонять, и сюда и не подгонишь, надо куда-то в другое место. Но те, кто ныряет, молодец. Я ничего не могу сказать. Это здорово. При возможности я бы к
каждый день именно окунался. Это идеально. Полностью причем. Окунался полностью. Полностью окунался бы. С праздником еще раз. Мальки плавают. Я думаю, вам даже видно. Ну что там у нас? Ой-ой-ой. Несмотря на весну, конечно. Вода реально очень холодная. Прям... прям очень. Поразительное дело. Я вроде как стал старше, но гулять веселее, вот даже одному. Гораздо веселее, чем в мои 16 лет, 15-16 лет. То есть в этих же местах я гулял, и мы как-то очень странно проводили время, занимались какой-то ерундой, просто ничем. С другой стороны, прогулка это тоже, ну что, просто гуляешь и все. Так что как-то все-таки вот, чем раньше задумаетесь о том, о смысле жизни, найдете какое-нибудь любимое дело и прочее, и станет гораздо легче существовать. Потому что здесь вот, ну как-то, знаете, даже необъяснимо, но просто кайфово и все, просто здорово и классно. Крайне редко я здесь хожу. Сегодня прям какая-то ностальгическая прогулка. Сейчас хожу очень редко, а раньше я тут был чаще, чем дома. Ну, в одно время конкретно. Вот там такая, как сказать, я не знаю, пригорочек или что это такое. В общем, такая полянка, скажем так, площадочка. Вот там было много выпито спиртного. Что не делает мне чести, конечно же. Но есть и позитивная информация тоже, связанная с этим местом. Именно здесь, вот в этом ручье, я начинал закаливание водной процедуры. Здесь очень холодная вода в любое время года. Сейчас я вам покажу. Раньше вот из той дырочки, ой, шла вода. Было очень удобно набирать. Когда воду отключали, мы сюда приходили. Да, действительно, вот именно отключали воду полностью. То есть вообще ни горячей, ни холодной не было. И вот приходили здесь с ведрами, набирали. Вот отсюда шла вода. Не знаю, по какой причине, но сейчас, скажем так, вот. Вот это ключ. Как набирать воду, ума не приложу. Наверное, просто черпать. Или черпать, как правильно. Это я. Надо и здесь тоже воду потрогать. Я думаю, что она леденющая, конечно. А не хожу я здесь по одной простой причине. Тут, во-первых, очень много гуляют с собаками. Конечно, это тоже как-то напрягает. И... подниматься здесь, ну, в смысле, не то, что подниматься, подниматься-то ладно, удобно-неудобно, а просто очень слякотно, много грязи и прочего. Потом через дорогу переходить не очень удобно и так далее. Поэтому делаю небольшой круг, и так делают практически все. То есть как-то люди совсем забросили это место. А раньше здесь вот, ну, что только мы тут не делали, конечно. Я думаю, что это не обязательно говорить. В общем... куролесили. Как вы думаете, я здесь помещусь? Я не знаю, то ли уже не так, не такое впечатление это все производит. Ну, какая-то вода такая вообще вполне себе нормальная. Потому что в речке, ну, по ощущениям, просто, просто леденющая. И, возможно, это связано с тем, что там рядом тают льды. А подъем-то нехилый. Я подзапарился, если честно. Вот на этом месте мы как-то прогуливали математику. Это я прекрасно помню. Ну, скажу, да, пили пиво, опять-таки. Я за здоровый образ жизни, но врать я не хочу. Да, пили пиво, потом на первом уроке
Ой, на втором, да, нам было ко второму, второй математикой, вот мы сидим. Один отпросился, другой отпросился, третий. Уже там четвертый или пятый поднимает руку учительница такая. У тебя та же самая причина, да? Ясно, давай иди. В былые времена я здесь катался на санках, на лыжах. Это зимой. Летом пели песни тоже вот где-то в этих местах. А сейчас уже все, надо за город ехать, чтоб петь песни. Все с машинами теперь. Просто хотел показать, что вот реально мы на санках съезжали прямо. Прямо вот с таких горок. Вот с таких. Прямо вниз. Ну все, хватит ностальгировать. Я уже с вами прощался, так что, ну, можно еще раз. До свидания.